Мистер Пуки проснулся. Пуки, Пуки-Пуки. Опа. Чемпионок, бас, мне просили бас 808 сделать. Сейчас, охубец. Сейчас. Сейчас 808 будет. Давай. Сука, ложный взрыв. Ну тут был большой, ну небольшой выстрел. Да, ну это не считается фальстарт. Вот он, сука. Он не такой, как все, он такой один. Фальстарта не было все-таки. Но был, но мимолетка. Неплохой трек получился. Вот он. Скоро вот во всех чатах. Не-не, вот. Вот это вот маленький мимолетыш. Вот он, смотри. Вот такой бездунчик. Небольшой. Вот. Вот он, смотри. Я могу его полностью разобрать по частям. Вот он. Все. Это был он. Вы все прекрасно его слышали. Ой, боже, какой ты нежный. Ну, короче, вот такое пока на демо. Да. Да. Вот он, вы можете прекрасно смотреть, как выглядит Пуки. Как выглядит Пуки пожилого человека. Олдмена. Да. Это считается, да. Угу. Вот они, смотри, пшики. Да, самарских. Да. Ну, вот они, смотри. Вот, пожалуйста. Ну, видишь, такие мимолетыши. Если бы он был, прикинь, если бы он был бы такой лютый, блядь. Прям чисто. Это копия 808-го. Копия 808-го Феловского вот этого. Да, это прям один в один, только немножко другой. Ну, чуть-чуть, не понял. Фальш. Фальш-старт у него. Ну-ка, тихо. Тишина всем. Сейчас попрю. Сейчас я быстренько, Ну-ка, сейчас. Сейчас. Блять, такая зараза. Ah!
еще чуть-чуть и трек готов. Говно в кишке, кишки говно, говно в кишке повсюду, я это группа Kiss, говно, говно, это heavy black metal. Браво! Готово! В Spotify и на все танцплощадки мира.